Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир Павлов, и это программа «На гриле». Видите, я вот недавно дежурил на кухне, а теперь я дежурю здесь на гриле. Посмотрите, у меня такая прекрасная погода за спиной, отличная летняя погода, гриль. И, конечно же, когда такая жаркая, ясная погода, хочется приготовить что-нибудь вкусное, интересное, ну и, конечно, не запарное. И сегодня я буду готовить рыбу, а точнее я буду сегодня готовить котлеты из трески с томатным лечо. И вы знаете, если у меня хватит времени, я еще и приготовлю фишбургер. Да, друзья мои, потому что на гриле можно готовить не только мясо, не только шашлыки, как вы все любите, но можно готовить еще и интересные рецепты, например, вот даже рыбные рецепты. И вот, например, с рыбными котлетами, которые у меня, кстати, вот здесь вот уже лежат и дожидаются своего часа. Ну ладно, давайте начнем все по порядку. Итак, смотрите, первым делом у меня здесь овощи. Конечно, овощи, потому что мясо, рыбу хорошо есть с овощами. У меня здесь есть лук, кабачки, перец, чили-перец. Короче говоря, я очень люблю овощи, овощи на гриле. Поэтому, друзья мои, если вы скептически относитесь к овощам, то поверьте мне, если вы будете готовить овощи на гриле, это будет очень и очень вкусно. А я вам сегодня покажу, как их можно вкусно приготовить. Итак, ну давайте начнем с простого. Кабачки. Смотрите, кабачки я нарезаю вот такими вот крупными пятаками, потому что я буду готовить лечо. Лечо из овощей на гриле. Слушайте, это будет очень вкусно, потому что аромат дыма, вкус углей, вот это все пропитается, да, и будет поистине, конечно, классный вкус. Дальше, болгарский перец. Вообще, на самом деле, если вы готовите подобные вещи, можете брать баклажаны, можете взять какие-то интересные там помидоры. Все, что у вас растет на огороде или растет в ближайшем супермаркете, неважно. В данном случае у меня болгарский перец, цукини, точнее кабачки, да, и красный лук. Ну, конечно, красный лук. Хотя, в принципе, вы знаете, для этого рецепта можно взять и белый лук, репчатый лук. Но в данном случае, если у вас есть возможность приобрести красный лук, то, конечно, лучше брать такой лук, потому что он более сладкий, более ароматный, более вкусный. Счищаю с него кожицу. Отлично. И теперь, что я сделаю? Буквально несколько колечек лука я отрежу себе для бургера. Потому что какой бургер без лука, друзья мои? Ну, я вас умоляю. Поэтому вот. Лук, кстати, у меня здесь сыр чеддер лежит, это тоже для бургера. Ну и все, смотрите, значит, перец, кабачки, лук. Теперь беру вот такую вот посуду, закидываю сюда овощи. Так, что еще у меня здесь? Чили-перец. Ну вот это, знаете, такой вид перца, это вроде как бы чили, а вроде и не чили. Но все равно у этого перца есть такая, знаете, пикантность, потому что чили-перец настоящий, вот он, да, прям убийца. Вот этот перец я нарежу крупно, вот так вот, и положу сюда. Дальше, что касается лука, давайте, наверное, вот такими прям кольцами я его тоже, соответственно, нарежу. Уберу все лишнее, это сюда. Ну что, теперь добавляю буквально немного соли, чуть-чуть, и растительного масла. Соль, пожалуйста. Масло, пожалуйста. Чуть-чуть. Все, прекрасно. Теперь, друзья, главное все это дело не сжечь. Я выкладываю эти овощи все на решетку. Мне их надо слегка подпечь, да, чтобы у них был аромат. Я не буду их здесь полностью готовить, потому что, ну, как бы, а что их полностью готовить? Были бы овощи у меня на гриле. Но не все так просто сегодня, друзья. Я думаю, что овощи пожарить на гриле может каждый. Но мы сегодня будем делать полноценное блюдо. Поэтому смотрите, значит, выкладываю кабачки. Ох, супер. Я смотрю за происходящим, и обратите внимание, здесь у меня рядом стоит большая чугунная классная сковородка. Вот на этой сковороде я дальше и буду готовить свое замечательное лечо, с которым я подам, кстати, замечательные котлеты из трески. Будет вкусно. Так, ну что, как у нас здесь процесс идет? Лучок. Ой, какая красота. Посмотрите, супер. Еще буквально пару минут. И все. Овощи уже говорят мне о том, что Володя, пора нас уже снимать.
Ребят, все, смотрите, овощи. Овощи уже готовы. Овощи уже готовы, я могу их снимать. Как я и говорил, да, готовить их до конца не нужно. Да и вообще, на самом деле, готовятся овощи очень быстро. Кабачки, перец болгарский, да. Прикол овощей в том, чтобы они немножко хрустели. Поэтому, если вы будете готовить овощи и приготовите их до такого состояния, что они у вас уже будут такие, знаете, очень мягкие, это значит, говорит о том, что вы их уже немножко передержали. И вот этот перец сюда. И вот этот перец сюда. На самом деле, видите, немного я приготовил, потому что буду есть сегодня я один. Наконец-то. Ни с кем не буду делиться, а съем эту всю красоту сам. Ну что, овощи готовы. Теперь, что я с этими овощами буду делать? Друзья, я их теперь буду нарезать, потому что если бы я сразу их нарезал мелко, мне было бы их неудобно готовить. Поэтому крупно нарезал, чуть-чуть подпек, и теперь я их нарезаю до такого состояния, которое мне будет нужно, да, по, я имею в виду по размеру. Поэтому смотрите, нарезаю вот так вот. Так, ох, горяченькие. Красный лучок, печеный, супер. Ну, друзья, слушайте, я так увлекся что-то вот приготовлением, я забыл. У меня еще есть томаты, да. Томаты у меня есть, и томаты, конечно же, они будут очень вкусными, если их слегка подпечь, опять же, на гриле. Поэтому, смотрите, нарезаю томаты. Кстати, помимо продуктов и гриля, для того, чтобы готовить такие вкусные рецепты, позаботьтесь о том, чтобы у вас был еще и острый нож. Это тоже очень важно, потому что острый нож, он не давит продукт и не выдавливает из него соки, он его именно режет. Смотрите, я нарезаю томаты и просто их слегка подпекаю. Все. Как раз таки, пока я нарезаю остальные овощи, томаты у меня подпекутся. Итак, кабачки. Смотрите, я нарезал все. Прекрасно. Чеснок. Конечно, друзья мои, какое лещо без чеснока? Вообще, какой гриль без чеснока? Вообще, не бывает такого, поэтому я, с вашего позволения, добавлю еще чеснок. А что касается добавления различных специй и приправ, друзья, здесь уже на ваш выбор, на ваш вкус, вы можете добавлять сюда какие-то восточные приправы, европейские приправы, я не знаю, там все что угодно, хмель цунели можете добавить, каенский перец, паприку, прованские травы. Овощи стерпят все. Вот поверьте мне, делайте, как вам будет вкусно. Чеснок, видите, мелко не режу его, все, отлично. Дальше, томаты. Вот они, посмотрите, какие красавцы. Вот они, видите, запеченные томаты, очень вкусная штука. Особенно на завтрак, знаете, вот эти европейские завтраки, континентальные их еще называют, знаете, когда там яичница, и вот рядышком лежит подпеченный томат, который, знаете, такой мягенький. Он вроде и не твердый, а вроде и не мягкий, очень вкусно. Поэтому томаты тоже очень здорово, когда их подпекают. Обратите внимание, у меня вот такая большая чугунная сковорода. Вот сюда я ее ставлю. Пускай она у меня нагревается. И вот на ней как раз-таки я буду доготавливать свой гарнир. Гарнир-соус. Томаты готовы. А? Красота? Красота. Отлично. Томаты я нарезаю произвольно. Соответственно, как и все овощи, смотрите. Все нарезал, и теперь беру немного растительного масла. Слушайте, нагревается, конечно, моментально все здесь. Классно, мне нравится. И теперь главное рукой удержать мне это все. О! И теперь вот это все я отправляю в сковородку. Супер, отлично. Овощи все у меня в сковородке, и теперь я буду готовить соус. И вот здесь мне на помощь приходит вот этот замечательный органический кетчуп. А некоторые продукты для нашего сегодняшнего рецепта мне предоставил магазин «Мечта гурмана». Каждая позиция магазина заслуживает отдельного внимания. Я возьму органический кетчуп, который изготовлен из лучших томатов Испании без добавления крахмала, уксуса и других лишних компонентов. У кетчупа сладковатый и очень насыщенный вкус. Приобрести его можно в интернет-магазине мечтагурмана.com. Что я делаю? Я добавляю прямо вот сюда этот соус.
и все перемешиваю. Добавлю чуть-чуть воды. Вот так. Ну что, круто. Круто смотрится. Видите, углей у меня под сковородкой немного, потому что иначе у меня просто все сгорит. Поэтому здесь можно самому контролировать температуру. Вы можете угли чуть сдвинуть и будете понимать, как вам дальше готовить. Поэтому у меня левая сторона похолоднее, правая погорячее. Все. Единственное, что я сейчас добавлю. Я добавлю сюда немного соли и перца, конечно же. Посолил. И вы знаете, все. В самый последний момент, в конце, я добавлю свежую зелень, друзья. Свежую зелень и все. Здесь уже все готово. Здесь уже все готово. Перемешиваю. Ай, какая красота. Слушайте, ароматы космические. Ароматы космические. Ну, дайте-ка я попробую ложечку хотя бы. Можно? Ну, можно одну ложечку попробовать. Ну-ка. Я не знаю. Либо я такой крутой, либо соус этот крутой. Не понимаю, в чем дело. Но, короче, результат прям супер. Все. И теперь что я буду делать? Теперь мне нужно подготовить будет соус. Соус для бургера. Вот когда есть такой классный продукт, я думаю, что его надо использовать максимально. Поэтому смотрите, что я сейчас буду делать. Я беру чашку. Добавляю сюда соус томатный опять. Теперь небольшую ложечку майонеза. Небольшую ложечку майонеза. Немного, да? Для того, чтобы немножко был такой пожирней вкус. Потому что, честно могу вам сказать, конечно, соусы на майонезе в бургерах, ну это вкусно. Это вкусно. Поэтому сюда добавляю немного майонеза. И буквально чуть-чуть. Для пикантности, знаете, для пикантности добавляю немного дижонской горчицы. Чуть-чуть. Она сладкая, она пряная, она очень нежная. Поэтому она очень сильно отличается от русской горчицы. Тем самым она будет давать пряность, но не будет вам жечь, знаете, рот, когда вы едите, думаете, ох, это не сюда. Смотрите, перемешиваю. Отлично. Теперь мне нужно подготовить продукты для бургера. Какие продукты здесь могут быть? Листья салата, вот они у меня здесь, друзья. Свежие листья салата для бургера, это, как говорится, святое. И томаты. Томаты, кстати, должны быть тоже спелые. Если вы делаете бургер, старайтесь брать хорошие спелые томаты. Но если вы взяли спелые томаты, у вас должен быть острый нож. Потому что спелые томаты, они более мягкие. И если у вас тупой нож, вы просто их не нарежете. Для любого шеф-повара неважно, на профессиональной ты кухне готовишь или дома. Главный инструмент – это, конечно же, нож. Мои ножи всегда идеально наточены, они всегда идеально острые. Острыми ножами не только легко работать, но и безопаснее. Ведь у острого ножа меньше шансов сорваться в непредсказуемом направлении. Свои ножи я точу сам и использую заточную систему от российской компании TS-Prof. И недавно компания выпустила недорогую версию устройства TS-Prof Pioneer. Тут можно устанавливать любые углы заточки, а за правильностью профиля режущей кромки отвечает поворотный механизм и жесткая конструкция. Переходите по QR-коду на сайт и затачивайте ножи как профессионал. Смотрите, идеально просто, идеальный срез, идеальный нож, не знаю, или идеальный повар, я не знаю, как правильно сказать, но томаты для бургера режутся толщиной где-то, ну если хороший томат, где-то в пол сантиметра можно спокойно резать, потому что томаты дают сочность. Они дают сочность, поэтому здесь, как говорится, не экономим на томатах. Посмотрите, какие красавцы. Дальше поехали. Красный лук у меня есть. Я его нарезал. Сыр чеддер. Да, сыр чеддер тоже у меня есть. И огурцы. Огурцы. Маринованные, сладкие, вкусные огурчики тоже прекрасно подойдут к моему рецепту. Поэтому смотрите, опять же острым ножом. Ой, попку забыл срезать. Смотрите, раз, два. И теперь, смотрите, так аккуратно, раз. И нарезаю вот такие пластики маринованного огурца. Смотрите, а? Супер!
Не менее важный ингредиент, друзья мои, помимо овощей, помимо соуса, помимо, конечно, главного ингредиента, как котлетки, пусть даже они будут и рыбные, неважно, это, конечно же, булочка. Чуть-чуть подпекаю булочку. А дело все в том, что в любой булочке, ну, практически в любой, используется сахар. Сахар при карамелизации дает корочку, и, соответственно, эта корочка не дает соусу размочить булку. Поэтому булочку всегда для бургера всегда слегка сначала подпекают, пускай на гриле или на сковороде, или там на зажигалке, там, не знаю, как угодно. Надо нам сделать с вами небольшую корочку, видите? Вот она уже появляется, вот такая вот. И вот эта корочка как раз-таки нам не даст с вами, чтобы соус проник в булку и ее размочил. Поэтому смотрите, подпек булочку, чуть-чуть, буквально, много не надо. Супер, вот она, посмотрите, какая красота. Видите? Да, обратите внимание, что я подпекаю только с одной стороны. Ребят, с этой стороны булочка должна быть мягкая. Этого не надо делать. Здесь нельзя подпекать. Только здесь, с внутренней стороны. И теперь настало время одного из главных ингредиентов, который я буду использовать для своего блюда, которое пойдет у меня вместе с лечо. И, конечно же, для бургера. Это котлеты из трески, окуня и палтуса. Итак, друзья, сегодня я буду использовать котлеты премиального качества из трески, окуня и палтуса, изготовленные из рубленого фарша лучшей северной рыбы. Это полностью натуральный продукт из отборного сырья. Котлеты тоже из магазина «Мечта гурмана». Смотрите, котлетки готовы. Итак, смотрите, значит, что я делаю? Вытаскиваю котлетки. Теперь чуть-чуть я их промокаю салфеткой. Они очень сочные, очень влажные, поэтому лучше немножко их промокнуть для того, чтобы котлеты у меня не варились, а жарились. Добавлю немного растительного масла на каждую котлетку. По чуть-чуть. Итак, поехали. Все, котлетки смазал маслом, и теперь аккуратненько их выкладываю на гриль. Котлеты должны быстро пожариться, буквально 2 минуты, друзья мои. Потому что, вы сами понимаете, рыба жарится гораздо быстрее, чем мясо. И здесь самое главное просто их не пересушить. Отправляю котлеты на гриль. Булочка у меня готова, овощи у меня готовы. Я их вот сюда вот положу. Здесь у меня была рыба, поэтому, друзья, я... позволю себе сделать вот так. Знаете, вот была грязная доска, а теперь чистая доска. Павлов фокусник. Вот. Отлично. Теперь смотрите, пока у меня жарятся котлеты. Значит, кстати, их надо посолить. Во. Слегка присолю. Все. И теперь смотрите, что я делаю. Я пока начну аккуратненько собирать бургер. Беру соус. Добавляю его на нижнюю булочку. Добавляю его на верхнюю булочку. Дальше, листья салата. Беру листья салата. И укладываю на нижнюю часть булки. Прекрасно. Красный лук выкладываю сверху на верхнюю булочку. Вот вам, кстати, лайфхак, как правильно собирать бургеры. Красный лук положил. Кладу томаты, помидоры. Смотрите, вот так вот. Сочные помидоры, отлично. Огурец. Так, два слайсика, прекрасно. Все, теперь мне остается только положить сверху котлету и накрыть ее сыром. И бургер будет у меня уже готов. Котлеты жарятся у меня. Теперь для котлеты, для бургера я кладу сверху сыр. Для того, чтобы он у меня немножко расплавился. Лечо у меня уже готово, поэтому я беру сюда немного кинзы и петрушки. Вот так крупно нарезаю.
Отлично. И добавляю прямо сюда. Супер. Класс. Теперь в конце чуть-чуть добавлю цедры для аромата. Все, слечо, все готово. Теперь, что у меня здесь происходит? Котлета для бургера. Посмотрите, сыр уже потек. Я вот так аккуратно снимаю и перекладываю на булочку. И кладу вот так вот, смотрите. И кладу вот так бургер. Отлично, бургер готов. Отлично, супер. Итак, лечу, отлично, все, приготовил. Теперь беру ложку. И прям с гриля, смотрите, прям с гриля снимаю. И выкладываю вот эти вот тушеные овощи, которые я сначала подпек на гриле. Добавил зелень, чеснок. Слушайте, вообще супер. 100% такой, знаете, летний рецепт, который можно готовить на гриле. Если вам надоели какие-то обыденные вещи, друзья, можно готовить и вот так. Так, отлично. Теперь котлеты. Снимаю котлеты с гриля и выкладываю вот сюда по центру. Вот такая красота у меня получается. Супер. Все, теперь сверху немного, немного свежей зелени. Вот так. Итак, друзья, блюда на гриле могут быть совершенно разные. Это не обязательно должен быть шашлык или стейки. В данном случае я приготовил томатное лечо с печеными овощами и рыбными котлетами. И также я приготовил замечательный фишбургер. Давайте все по порядку. Я взял лук, паприку, я взял кабачки. Все это обжарил на гриле, подпек, да, с красным луком. Потом это все порезал, добавил туда органический кетчуп. Да, он такой очень густой, как томатный соус. Добавил туда немного воды, всю эту историю протушил, добавил туда свежую зелень. Все, у меня получился вот такое лечо. Взял готовые котлеты, слегка их обсушил, добавил немного растительного масла, обжарил на гриле. И вот, посмотрите, замечательное летнее блюдо, которое можете прекрасно есть летом в жаркую погоду. Это будет классная замена всем привычным блюдам на гриле. Ну и, конечно, бургер. Ребят, самые лучшие бургеры, они готовятся на огне. Поэтому я взял, опять же, тот же самый прекрасный органический кетчуп, замешал его немного с майонезом, добавил чуть-чуть горчицы, сделал соус, подпек булочку бриош, положил на нее свежие овощи, это огурец маринованный, это свежие томаты и лист салата и красный лук, пожарил котлетку, сверху закрыл ее сыром чеддер, и вот вашему вниманию вот такой тоже классный фишбургер я приготовил. Поэтому, друзья, готовьте на гриле, не бойтесь, экспериментируйте, потому что можно расширять свои кулинарные границы и готовить вот такую классную еду. А я, с вашего позволения, все сейчас это буду есть, потому что это действительно очень и очень вкусно. Ну-ка, давайте попробую. Котлеты и лечо. Никакого соуса не надо, ничего не надо, потому что лечо достаточно такое, видите, сочное, с кусочками овощей, с очень пряным, вкусным, насыщенным соусом. Ну и, конечно же, приятное дополнение – это нежные рыбные котлеты, которые просто тают во рту. Друзья, очень вкусно. Вот. И бургер. Уж что-что, а я-то знаю толк в бургерах. Поэтому, если вам надоели бургеры с говядиной, готовьте их с рыбой, с рыбными котлетами, и у вас получится вот такой замечательный фишбургер. Приятного аппетита. Класс.